что касается в последнее время часто звучащего вопроса, почему вы не объединяетесь, почему вы все не сотрудничаете друг с другом, то у нас есть желание объединиться. У полюса есть желание сотрудничать. Разумеется, есть. Не может не быть. Однако при одном условии. Это сотрудничество должно быть вокруг четкой программы, в которой красной линией должны проходить системные и коренные изменения. Настоящая революция. А не просто свернуть Никола и привести неизвестно кого. Вот наше предусловие. Все. Впредь не допустим поверхностные изменения. Мы 20 лет находимся в этой борьбе. Уверяю вас, настало это время. Эти изменения будут. Эта революция будет. И сейчас разные группы, проводя различные акции, призывают друг друга объединиться и начать сотрудничать. Да, мы обязательно должны найти точки соприкосновения и сотрудничать, как я сказал. Но есть преграды, которые мы прежде всего должны устранить, чтобы наше сотрудничество стало легче. Думаю, что одним из этих преград является следующее. То, что бывшие так называемые президенты продолжают оставаться в политике. Сейчас я призываю всех их троих, будь это Левон Тер-Петросян, Роберт Кочерян или Серж Саркисян. Уходите из политики. По вашей вине объединение нашего народа затрудняется. Вы хорошо знаете, какие разрушения принесли нашей стране. В конце концов, поймите и попытайтесь сделать хотя бы одно хорошее дело за эти 30 лет. Уйдите с арены. Позвольте армянскому народу объединиться. Подводя итог, скажу следующее. Многие относятся скептически к выбранному нами пути и процессу, заявляя: «Вы хорошие и умные люди, у вас очень хорошая программа». Но знаете что? В нашей стране, которая управляется извне и стала яблоком раздора для разных геополитических игроков, вам не позволят создать национальное государство. Просто не позволят. Дорогие, мы не будем спрашивать разрешения. Мы создадим это государство без разрешения. Мы хозяева нашей страны. Да здравствует свободная, независимая Армения! Свободная, независимая Армения! Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.